данном примере мы объединим несколько техник, разобранных ранее. Здесь мы будем автоматизировать один из параметров синтезатора, что даст приятные изменения тембров. Для начала на новый MIDI-канал загрузим FM8. Сперва надо создать тембр основного звука. Здесь не будем делать что-то особо сложное. Теперь предлагаю добавить LFO-модуляцию громкости оператора E. Настройки LFO сделаны таким образом, чтобы при нажатии более высокой ноты частота модуляции увеличивалась. За это отвечает контроллер Key Scale. Контроллер Delay позволяет сделать так, чтобы модуляция применялась не сразу, а спустя установленное время. Обратите внимание, что наш бас, так сказать, не совсем басовый. Дело в том, что мы настроили весь тембр, но забыли про саббас инструмента. На спектре видно, что частоты в районе 40-80 Гц очень тихие. Поэтому предлагаю добавить новый оператор, который будет генерировать одну частоту в этом диапазоне. Из спектра видно, что при включении оператора C растет громкость в саббас диапазоне, ну и конечно же слышно на слух. Далее надо не забывать про модуляцию и оператора C. Теперь настроим мастер-секцию. Здесь мы дорабатываем наш тембр звука. И в заключение в блоке эффектов эквалайзерами добьемся нужного тембра звука.